Доброго времени суток, дорогие зрители, с вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. В этот раз хочу вам предоставить хороший вариант 2+1, который подходит под ВНЖ по новым правилам миграционной службы. $200 000 вы можете указать по этой квартире. А также есть у меня несколько других вариантов, которые можно указать для получения ВНЖ. Но на данный момент я как бы редко снимаю такие квартиры, только работаю по запросу. И официального закона на данный момент нету. Приходится ожидать, а контент надо снимать. Большая территория, зеленая, открытая парковка, генератор, зона отдыха, беседка. Ну, территория здесь большая. Один из известных проектов от качественного застройщика. Проект был сдан в 2010 году, как я помню, или 2011. Состоит из 4 блоков. До сих пор смотрится как новенькая. Речка Дим, море. Самая лучшая локация района Тосмара. Также самая лучшая золотая середина Алании. Отсюда близкая в зону Каркаджака Махмутлара. Отсюда близко в центре города. Вот крепость Алании. Глазами все видно. Вот так видно глазами на данный момент. А море глазами видно вот так. Как бы первая береговая линия, но видите, блок расходится от расстояния от этой шоссе D400. Голос никак не восстановил. Все это редко снимаю ролики. Бассейн огромный. Есть подземный переход личный. Смотрите. Вот, видите, там дверцы. Так. Здесь крытый бассейн, хамам, сауна. Тоже двери там закрыты, но с чипом надо заходить. Айдат на данный момент точно не знаю, но здесь айдат высокий, чтобы понимали. Теннисный корт, баскетбольная площадка, зеленая ухоженная территория, охрана 7 дней, 24 часа видеонаблюдения. Как бы VIP, проект называется Евро-VIP, чтобы понимали. Этаж высокий, не крайний, это первый большой балкон. Здесь гостиная, дорогие зрители. Квартира продается только с бытовой техникой. Хозяин выше 5 лет этой квартиры в топу, так что можно указать 200 000 как минимум. Ну, там налог какой выйдет, будете сами платить. Покупатель платит. Отсюда также есть вид в ту сторону и на горы. Здесь тоже красивый вид, как вы видели. Глазами горы видны вот так. Также видна речка Дим. Там прогулочная зона, километр до моря. И в той стороне район Кестель. Там тоже прогулочная зона, парк, зона барбекю. Тоже 800 км расстояние до моря от той береговой линии речки. Сторона здесь юго-восточная, большая прихожая, квадратных метров полезная площадь здесь 110, 105, минимум 103, на глаз я сейчас посчитал, санузел, большой санузел, здесь в этом проекте всегда цены высокие, чем в других местах, заранее объясняю. Ремонт требуется. Второй санузел. Спальня где-то 15-17 квадратных метров полезная площадь. Отсюда вид на речку.
И спальня тут где-то 13,5 квадратных метров. Второй балкон. Это именно видовая квартира, которая находится на первой линии. Песчаный пляж. Плит в воде нету, чтобы понимали. 500 метров от речки до пирса Гранд Каптан. Там кое-где еще есть маленькие плиты. Но здесь плавный ход, песчаный пляж. Где-то есть гравий, где-то блузники. Но пляж один из хороших. Вода самая чистая, так как втекает чистейшая вода из водохранилища Дим. Все рассказал, теперь основное. Тут два лифта. Вон два лифта. Здесь редко продается квартира, чтобы понимали. Цена, дорогие зрители, у этой квартиры 350 тысяч евро. Есть у меня также бюджетные варианты. Махмуд-Нари, например, сочные продажи выходят. Может даже выйти за 60 тысяч, за 65 тысяч, 1 плюс 1. Работаю по запросу и редко снимаю такие ролики, потому что сочные продажи, они быстро уходят. Покажу лифт. Вот такие два лифта. Все, дорогие, звоните, пишите по номеру плюс 90-555-064-91-10. У меня есть отличный вариант 4 плюс 1 дуплекс, тоже у речки, до моря 500 метров, видовая, подходит также под ВНЖ, можно указать минимум 200 тысяч. Цена там 370 тысяч евро. Проект тоже тот был сдан в 2009-2010 году. С вами был Агаси из Солнечной Алании, район Тосмур. Он на данный момент открытый район. Отсюда до центра города районы пока открыты. Посмотрим, наверное, когда-нибудь могут и закрыть эти районы. Всем пока-пока.